Здравствуйте, дорогие друзья, с вами сегодня компания Arbat Homes. Сегодня у нас такой необычный репортаж. Мы хотим показать вам вторничный рынок в районе Махмутлар. Что, дорогие друзья, могу сказать? Рынок, Восточный базар, это очень необычное зрелище. Здесь он полон красок, запахи, вкусы, все очень яркое. Здесь очень много интересных, разнообразных людей. Здесь, кстати, очень часто люди знакомятся, видятся, встречают своих знакомых, которых в повседневной жизни вы не можете увидеть. Все здесь скапливаются, здесь все друг друга знают, все видят, радуются, еще раз повторяюсь. И что такое Восточный базар? Только здесь вы круглый год можете увидеть свежие, спелые плоды, овощи, фрукты, специи, орехи. Все разнообразие сыров и оливки, и маслины. Ну что ж, дорогие друзья, не буду долго говорить, и мы с вами посмотрим все своими глазами, и мы приведем вам сравнение с ценами в магазине, к примеру, Мигрос. Пройдемте. И вот, дорогие друзья, мы уже в самой гуще событий, на самом рынке. Я надел маску, да, чтобы соблюдать безопасность. Помните про это, безопасность превыше всего. Цены очень разнообразные, цены разнятся, и мы будем с вами искать наиболее выгодный вариант для нас. Вы можете видеть, как вот, например, можем хорошие гладкие огурцы, по 5 лир, видите, мираба. Вот по 5 лир также баклажаны. Сейчас такие покажем, самые основные фрукты, овощи, вот смотрите, также кабачки, 5 лир, светленькие, гладкие, все красивое, светлое, хорошее, качественное. Очень много фруктов, овощей произрастает именно в Солнечной Алании, как я и говорил в других видео. Если вы внимательно наблюдаете, я это говорил, вот по 4 лиры мы можем видеть груши. Не очень симпатичные, но этот сорт сладкий, я такой всегда беру домой, с удовольствием ем и угощаю своих друзей, знакомых. И вот мы можем видеть огурцы немножко подешевле, 3 лиры, все очень разнообразно. Сейчас в Алании начинается уже сезон арбузов. На Восточном базаре, кстати, не только можно, но и нужно торговаться. Это такой как бы этикет. И вот посмотрим зелень. Посмотрите, какой прилавок зелени. Покажите, пожалуйста, сколько здесь зелени. Это витамины, это минералы, это все ваше здоровье. Вы будете здоровы благодаря этому всему, что здесь есть. Это очень вкусно все. Посмотрим цену на клубники, на клубнику. Вот мы сравниваем, к примеру, да, цены с магазином Мигрос. Здесь она в 2 раза дешевле, 10 лир. Далее я даже видел по 7 лир можно найти еще дешевле. То есть также, опять же, повторяюсь, нужно торговаться и нужно находить выгодную для себя цену. Очень дешево. Это апельсины на сок. Я сам делаю апельсиновый сок. Это сейчас в это время очень хорошо поднимает иммунитет апельсиновый сок. Покупаете соковыжималку. То есть такую, как давилку, она тоже здесь на рынке продается, металлическая. Ну, стоит очень хорошая, порядка где-то 100 лир. За 100 лир вы купите отличную, она будет вам долго служить. Вот смотрим, здесь есть стручковый горох, капуста. Много всего разного. Это вот по-русски называется, если я не ошибаюсь, айва. Это, да, айва, груша. Яблоки разных сортов. Просто смотрите, красные, желтые, зеленые. Просто разных цветов, на любой вкус, цвет, запах. И какой здесь аромат. Я даже через вот эту маску чувствую этот аромат. Он нереальный просто издается здесь. Также можем видеть вот слева лимоны по 3 лиры. Вот вижу свеклу. Свекла, свекла по 5 лир. По 4 лиры килограмм морковки. Говорю все в лирах, вы уже сами переведете на свою валюту, потому что, не знаю, как бы на российский рубль я могу, да, перевести. Примерно умножаете на 9,6-9,7 сейчас по курсу. Ну, некоторые берут 10 в целом и получаете цену в рублях. Здесь также есть такие экзотические фрукты, как папайя. Мало кто знает, что в Алании растет папайя, манго и драгонфрут, так называемый, либо питахайя называется. Вот такие отличные, хорошие, симпатичные. Я, насколько я знаю, даже листья папайи, они предотвращают раковые опухоли. Это чудное растение, чудесное просто. Так, и дальше мы видим здесь дыню, и справа от меня уже здесь отдел меда. То есть, видите, мед можете как в сотах купить. И сзади мы можем видеть, также не нужно далеко ходить. Здесь овощи, фрукты, рынок замечательный. Здесь также он продолжается, он очень большой, я не знаю, мне кажется, на 2 километра протяженностью. И вот сзади оператора уже будет вещевой рынок.
И вот, дорогие друзья, мы посмотрели на рынках цены. Вы увидели, что они бывают разные, как можно дешевле, так и дороже. Знаете, разное качество, но в основном оно очень хорошее, свежее, прекрасные просто свежие фрукты. Может быть, на видео показалось все очень быстро, но мы постарались вставить такие самые хорошие кадры. Вы посмотрели все, как оно есть, и некоторые цены для себя подметили. Вы уже знаете, сколько что стоит. И сравните уже цены в магазинах и цены на базаре. Все очень добрые, приветливые люди. Улыбались нам, конечно, даже пару раз столкнулись, но это было случайно. Все, очень много русскоговорящих людей, все друг друга понимают. Вам не обязательно знать турецкий, здесь хорошо знают цифры на русском. Вы подходите, говорите, что вам нужно, сколько, в каком количестве вам рассчитывают, и даже делают скидку с удовольствием. Все очень дружные, мирные ребята. Итак, дорогие друзья, не забываем, что с вами была сегодня компания Arbat Homes. Мы 13 лет на рынке недвижимости и хотим, чтобы вы были с нами. Будем показывать вам разные варианты развлечений и досуга. То есть сегодня у нас была такая тема продуктов. Посмотрели, сравнили. Пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть поподробнее. Я для вас сниму видео, расскажу. И спасибо вам большое еще раз. Пока-пока.